Вакцинация населения от гриппа начнется в Казахстане с 1 октября. Для этого закуплены голландские и российские вакцины. Бесплатную прививку получат дети, беременные женщины, медработники и сотрудники социальных учреждений. Все остальные могут привиться платно в частных центрах вакцинации и поликлиниках. Стоимость вакцины в разных регионах страны будет варьироваться от 1600 до 3500 тенге. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, вот я сказал, будет три, в циркуляции будет трех штаммов. Это двух штаммов типа А, это Мичиган и Сингапур, и штамма Б, это Колорадо.